Это Егорка у нас домик проверяет. Вылез теперь. Грызет корову. Там еще кто-то бежит. Егорка, этот домик у нас Дашкин. Ты грызешь чего-то. Красоту. Я аж вышла, думала, ты там ночевать остался. Крышку зачем грызешь от домика? Кто там еще пришел? Похоже, Дашка пришла спать уже. Или кто это? Не знаю, кто. Белка, ты кто? А, это Лиса пришла. Привет, Лисюшка. Привет, Лисёна. А Егорка там. Больше никого нет? Нет, пока здесь пусто. Вот две белочки. Ой, куда Егорка делся? В дом залез, похоже. Ай, вон. В общем, он обследует хозяйство. Может, ему тут понравилось. Лиса, ты на кого хвостом? Кто там бегает еще? Там еще кто-то бегает. Да, кто-то еще, похоже, бегает на участке там. Что, Лиса? Ты там на кого машешь? На кого машешь хвостом? Так, а где Егорка у нас? Сейчас из поля зрения. Эх, где-то на березе скакал, может, в домик забежал. Ну, лиса все ест. И она все-таки смотрит на соседний участок. Кто-то там ходит, что ли? Надо будет последить.